27 миллионов деревьев высадят по всей стране в год 75-летия Победы, в том числе и в нашей республике. Именно столько жизней унесла Великая Отечественная война. Международную акцию «Сад памяти» одними из первых поддержали жители деревни Саруй Урмарского района. Давайте мы на дистанцию будем поддерживать и по два человека, используя маски и перчатки, будем работать. Молодые побеги тянутся к ясному небу. Для жителей деревни Саруй это символ подвига их односельчанина. Войсковой разведчик Павел Порфирьев прошел всю войну. Удостоен многих наград. Кавалер ордена Славы трех степеней. Отечественной войны первой и второй степеней. Красной звезды награжден двумя медалями за отвагу. После войны трудился в лесном хозяйстве. Его имя занесено в почетную книгу героизма и трудовой славы Чувашии. Очень приятно. Это же память моего отца. И в честь него вот мы сколько делали, вложили сюда. А так я очень доволен с этой работой. Это изгороди начали мы. Я собрал друзей, людей. Этот сад жители деревни называют садом жизни. Изначально планировалось 50 таких садов по всей республике. Но неблагоприятная эпидобстановка вносит свои поправки. Не проводим больших массовых акций, но при этом каждый житель республики может присоединиться к нашей акции, присоединиться к акции «Сады памяти», сажая где-то на приусадебных участках деревья, сажая деревья где-то возле населенных пунктов, там, где вы считаете правильным и нужным, то есть мы приглашаем вас присоединиться, отметить это хорошее, достойное дело, может быть, и фотографиями, потому что все мы делаем фотографии, и память можно сохранить. Разбить свой сад памяти может каждый желающий. Организаторы предлагают и другой формат. Можно нарисовать или сделать поделку с детьми. Можно прикрепить фото вашего деревца и поддержать акцию в соцсетях с хэштегом «Сад памяти дома» до 22 июня. Наталья Мальчикова, Республика.